Всем привет! Сегодня хочу сходить на рынок, который находится в Праге. Кому интересно, оставайтесь со мной и обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно ставьте лайки для поддержки моего канала. В столице есть 5 самых больших набережных, на которых жизнь бурлит днем и ночью. Самой известной является Наплавка на Рашиновой набережной, где я сейчас нахожусь, возле площади Палацкого. Если хотите познакомиться поближе с атмосферой местных жителей, то приходите именно сюда. Последние несколько лет Наплавка на Рашиновой набережной стала самым популярным местом проведения всевозможных мероприятий. Наплавку найдете на правом берегу Вдовы, между мостом Палацкого или железнодорожным мостом. По выходным в этом месте устраиваются фермерские рынки, а в другие дни здесь проходят выставки, концерты, фестивали, другие культурные мероприятия. Чехи себе не представляют Адвент и Рождество без традиционного рождественского печенья. Рождество – это время активного поедания печенья. Вот здесь продают формочки на этом рынке. Очень разные. Можно выбрать себе. Себе я выбрала несколько штук. Попробую сделать печенье. По сути, можно печь какое угодно печенье, даже самое необычное, и будет отлично. Но есть несколько традиционных видов, которые все знают и любят. Одной из самых важных рождественских традиций является выпекание печенья. Посмотрите, какое разнообразие формочек для выпекания печенья. Каждую субботу с 8 до 14.00 на Наплавке вырастает палаточный городок с прилавками, на которых раскладываются на продажу фрукты, овощи, мясо, сыры и другие экологически чистые продукты. Поторговать сюда приезжают не только с ближайших пражских ферм, но и с более удаленных хозяйств. Здесь у вас есть возможность купить домашние сыры, вина, соки и много-много других вкусностей. Но самое главное, здесь царит непринужденная дружественная обстановка и радостное настроение. Именно поэтому рынок на Наплавке очень любим пражанами, который вам надо непременно посетить. Здесь приятно прогуляться, съесть и выпить что-то вкусное, посмотреть на людей, послушать уличных музыкантов. Замечательное место. Я очень люблю местный штрудель с маком. Сейчас куплю. Штрудель с множественными начинками. Яблоко, мак, творог. Все очень вкусно. Купила себе на чай. Стоит одна штука 60 крон.
еще купила себе такие формочки для печенья. Передаю вам атмосферу этого рынка. Приятного вам просмотра и до новых встреч. И всего вам доброго. Zrovna mě viděl, že mě pracuje. Romeo, ale prý Romeo. 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 Taká novinka. Já se scházejí na malý Ahoj, dáte si polítku. Dobrý den, paní. Čau, čau. Já jen brzo ten telefon z ruky vyjdu. Není to dobrý. No právě. Dobrý den, já vás poprosím 4 tady ty svíčky. Ich habe es nicht gedacht, das ist deiner. Achso.
Спасибо.
Thank you.
Můžu vám to vybrat? Jsou si obrovský? Jo, máme, dá si. A dohromady bude tak vadit? Tak 110 tady pánovi, prosím. A někdo pro vás? Bazalkové a koriandrová je to pošli. Ano, dobře.
Boku. Купила в итоге на рынке чешский штрудель маковный. Вот мне очень нравится, здесь очень много мака. В России я такое не видела. Вот он очень вкусный. Смотрите, сколько мака. Так, и купила с яблоками и с орехами. Ну, очень вкусный штрудель. Тесто здесь мало, тоненькое. И много начинки. Стоит одна штука 60 крон. И купил вот на Рождество печь печенье. Из песочного печенья делают. Вот белочка и вот такие. Будем пробовать. Но у меня еще вот такие были уже дома. Тескоми продают с сердечками. И вот кругляшки. Посмотрим, что получится.